Приветствую, друзья! Для того, чтобы войти в режим восстановления, в данном случае у нас iPhone 8 Plus, подключаем его к компьютеру, где установлена последняя версия iTunes, и быстро зажимаем кнопку громкость вверх, вниз и питание, потом держим ее. Давайте попробуем это сделать. Громкость вверх, вниз и питание. Держим. До появления шнура с иконкой ноутбука. Вот когда так появилось яблоко, не отпускаем ее, держим. Вот и все.